Сейчас исполню произведение, недавно мной написанное. Скоро выйдет наш новый диск «Чижик джаз квартета». И эта композиция тоже там будет в составе джазового квартета. Пьеса называется «Коломбина». Действительно, 23 года в летнем саду, у меня даже вырос ребенок, Павел выступает тоже теперь на этой концертной площадке и вот сдаст экзамены. И если увидите молодого человека на пол головы меня выше, это мой сын Павел Чижик. Да. А сейчас, вот я совсем недавно познакомился с девушкой, очаровательной джазовой пианисткой. Я никогда с ней в жизни не играл. И встретил ее в этом парке. И у нас появилась мысль для вас сыграть какую-то спонтанную композицию. Наталья Осипова. Девушка, которая просто прогуливалась в Михайловском парке. Thank you.
Наташа решила сыграть плюс. Я сейчас сыграю еще одно классическое произведение. Да. Что-нибудь из репертуара «Летнего сада». Медленная часть концерта для гобоя с оркестром, итальянский композитор Марчелло. Thank you.
случайно пришел Олег Белов. Это участник нашего с ним проекта «Чижик Джаз Квартет». Кстати, все могут завтра прийти в один из лучших джазовых клубов Санкт-Петербурга и послушать наш «Чижик Джаз Квартет» в 8 часов вечера в клубе GFC. Олег Белов. Пьеса, посвященная Санкт-Петербургу. Апраксин Самбо. Апраксину Двору, конечно.
Сейчас мы исполним балладу. Thank you.
и Олег Белов.